осталось в том виде, которая, практика, которая была выработана на протяжении последних десятилетий. Ура! Это первый вопрос. Второй вопрос. Сегодня мы констатируем, что на капитальное строительство по бюджету нам автономии Гагаузии из года в год мало выделяет финансовых средств. Если смотреть бюджет текущего года, около 100 из 140 миллионов рублей Гагаузия получает только 800 тысяч. Это десятки раз меньше, чем в других регионах нашей республики. Я думаю, что... Уважаемые друзья, большое спасибо, что мы вместе с вами здесь, на этой территории, пришли перед парламентом для того, чтобы обозначить позицию. А позиция наша такова. Я помню, был участником переговорного процесса еще в 2000 году, 2002, когда мы рассматривали вопрос о передаче исполнения закона об особом правовом статусе. Современной, суверенной, независимой, сильной демократической Молдовы. Так или не так? Поэтому абсолютно правильное решение, что вы сегодня приняли такой шаг ответственный, мужественный, приехали отстаивать свои права демократичным способом. Здесь есть рядом с нами депутаты парламента, которые непосредственно принимают участие в принятии законопроектов, законов. И я думаю, будет правильно, если мы дадим им возможность, чтобы они высказали свою позицию, тем более, что это депутаты, проживающие на территории Гагаузской автономии. Спасибо вам всем. Речь идет о том, что Гагаузия должна получить свою квоту представительства, это депутатов парламента Республики Молдова, которые должны быть избираться на территории Гагаузии, чтобы они представляли Гагаузию, а не отдельных политических партий.